Клубники везде. Полностью избавиться, да. Количество вещества, если ты помнишь, такое, чтобы мастихину было что придавить. Хорошо? Сюда, да, сметана идет. В таком количестве, чтобы мастихинчику было что придавить. Хорошо? И придавить. Ну, нормалечечек. И все сейчас сделай горизонтально, вот как здесь. Вот хорошее состояние. И здесь внизу то же самое. Так, только тебе. Возьмешь розовенький, синенький. То есть теперь появится синилка. Вот они. Вот они. Идею множество нашвыряешь на холст. Вот она. Розовости, коричневости. О, коричневого нет. Угу. Коричневости. Вот они. Угу. Но в большей степени синильца. Синильца, синильца, фиолетовильца. Вот они. Накидаешь, 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 накидаешь. Бирюзовеньким. Ты видишь, я даже тряпку не помыл. Выше середины усадишь идею этой волны. Чуть-чуть мигнет бирюзовенький еще где-то. Ты видишь, тряпочкой малую меру вещества укладываю. Потом ты возьмешь и в этом пространстве начнешь находить камушки. По вот такой технологии. Поглядывая, чтобы это было соразмерно тому, что мы делаем. Вот такие. Вот такие. Есть такое, да? Когда накидаешь этих камушков, ты видишь, я к низу как бы не делаю внятно законченные, а вот макушки делаю внятно законченными. Когда это сделаешь, возьмешь разбел и там-сям понашвыряешь разбел вот в эту среду. Характер укладки уже напоминает только крупный, да, наверное, обтесанный или камешечек. Все-все-все, и мелкие тоже. Смотри, характер укладки уже напоминает обтесанный камень. Правда? Да. Вот они. Это не значит, что надо прямо от края до края закрашивать. Не обязательно от края. Вот такими. Ты видишь, как все технологично? Да. Одно удовольствие, правда? Да. И у тебя останутся глубинки вот эти. Потому что ты вначале напачкаешь глубинку. А потом сверху на эту. И все, и красота. Ну не все еще, потом еще и так, и сяк. Да, 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 да. И красноты, и оранжевоты какие-нибудь будут приходить. Идеальная затея. Так, что касается этого пятна. Там, ну сюда тоже синечку чуть-чуть. Там ты тряпочка накидаешь. Накидать, да? Сначала накидать, да. Тряпочка, угу. А потом вот этот ММДЭМС камушков. Накидаешь вот такими, да, вот такими действиями, вот такими сегментиками. Смотри, там все под размер пальца. Все под размер пальца, все очень технологично. Белый в картину придет вот таким образом. Это красиво? Да. Под ним будет чуть-чуть теневая где-то. Угу. Я пока оставляю, ты сначала сделаешь свой, да, в такую же меру. И потом, если что, уберем и сделаешь вместо моего свой. Все сбрить.
и класть меру вот такой. Смотри, ты когда делала, ты же видела, что у тебя не так? Угу. Не видела. Потому что думала, что не так, потому что ты не умеешь. А у тебя не так, не потому что ты не умеешь, а потому что ты нарушила дисциплину густоты краски. Здесь у нас мутное. Где ты там это увидела? Вот непонятно. Так аккуратненько, нежненько уложила задник, вернее, подкладку, и вдруг, ну где? Тоже непривычка смотреть задачу. Значит, гигантские замесы не создаем. Если что, пятимся. Пятимся от этого замеса, потому что сколько туда ни навали, уже ничего не найдешь. Поняла, да? То есть гигантские замесы не наш случай. Ну, я же говорю, что в эту кучу сколько ни положишь теперь, пропорцию не найдешь. Значит, мутнятинки. К мутнятинкам придут вот эти колебания воды. Колебания. Красивенько? Смотри, вода, правда? Вот она. Колебания придут. То есть такая полосявина. Угу. А здесь обязательно меру соблюдать вещества. Да, так оно все мало. Снова вернешь царапки. Угу. Немножко не хватает темнот. Значит, дополнишь темнот. Дополнишь. Да, есть там такие густоватые темноты. Понарежешь этого добра. Что-то будет сама геометрия подсказывать, геометрия пальцевых нагромождений. Вот, есть места, которые прямо так и просятся их превратить в камушки. И мера красочки пределикатная. Вот такая. Сейчас покажу, как было у тебя. Вот так было. Должна стать. Теперь я вымакиваю. Там, где тебе понадобится много густоты, вернее, много белого, ты потом мастихинчиком чуть-чуть дополнишь. Плотность укладки мастихином. Посмотри.
Но это потом, хорошо? А сначала меру. Потому что все остальное там на два движеница. Вот такие движеница на два. Чуть-чуть пальчичком поможем. Пытаться каждый его звук повторить бессмысленно. Лучше вот как-то так подойти. Это надо прям в пене стоять надо. Ого. Глянец воды. Да? Mm-hmm. То есть это у нас прозрачная, которая поднялась. Mm-hmm. Это плоскость прозрачная. Мы сквозь нее все видим. Yeah. А та отражает свет mm-hmm. дальника. Поэтому непрозрачная, вот такая стекловидная. Вот мы эту волну подрезали, и у нас внятно формируется и этих тоже можно чуть-чуть. Но не белый, а голубоватый, да? Прямо вот тут целый томат, прямо раз, побежала. Ой, то есть вот эти движения тоже их стоит дома осваивать, прямо создать условия для таких движений и погонять, чтобы потом, когда ты уже столкнешься в бою, чтобы уже не бояться, а знать, это вот так я сделаю сейчас. Слушай, я вот так отстояла, сама себе сейчас. Смотри, смотри. Как это будет происходить? Нифига. Мои планы реально снизу. Да. Вот эти прозрачные и засвеченные другие плоскости. Те плоскости, те туда ушедшие. Да? А эти прозрачные. Вот мы это и выражаем. Это не море, это наш Байкал. Очень похож. Что? Байкал? Не море, это наш Байкал очень похож. С такими же камушками, с такими. Ой. Да. Так. Отраженица сейчас подсунем. Отражение, оно, как известно, по вертикали. Что-то попыталась как-то. Что-то. Вот оно, отраженица. А вот его перебивает. Все пощупать. Угу. Так, деликатненько, так, чтобы не сильно напортить. Чтобы не сильно напортить, да. Ой. Вот, мне кажется, уже щупать-то ничего тут как-то сделано. Так. Чего такие они у нас? Да, вообще никакие. Бледные. Никакие. Какие-то они.
Значит, некоторым камням сделаешь так. Подотрешь. Подотрешь. И прямо в подтертое добавишь вещества. Именно белого. Ну да, они же там белесые эти. Цветнотики там в основном живут вот в таких местах. В полутоне. Чуть в тени. Есть такое, да? Угу. Уцветнить. Что-то они у тебя. Ну да, нет, я спрашивала. Ну, давай, давай. Попробуй. Если ты обратишь внимание, основная масса камней самых светлых здесь на переднем плане. Такую идеальную вначале подкладочку сделала и вдруг потерялась. Мелкие камни и вовсе не разглядела. Да, ну, как будто их там я и их нет. Пыталась, я их видела, но они вообще не пахнули, не падали. Как-то поторопилась я, наверное, рановато мне еще такое рисовать. Не вижу, где бы ты помогала себе мастихиной. Смотри, как хорошо им можно помогать в дороге. Не только на первом этапе.
Прикольно? Вообще прикольно. То есть мастихин все время участвует в игре. Угу. А я им помогу, потом пытаюсь закрасить, что нужно. Причем не обязательно от края и до края закрашивай. Смотри, да. Часть оставил. Там тоже повырезаешь, угу. И тоже подобавляешь. В рамках там, где цветовые камушки очень, они тоже имеют свет, но он тоже цветной, тоже слегка смуглый. Вот эти вот угловые места будут нуждаться в синеньких подчеркиваниях, в глубокостях вот этих. Вот в этих глубоких костях. Так. Еще там есть одно замечательное дело. Это то, что у камней дальняя часть в тени светлее, чем перегиб тени. Что делает его особенно круглым. Ты понимаешь? Вот. Перегиб света и тени темнее, чем крайняя часть. Вот эта крайняя часть светлее. Но она не равна свету, она просто светлее. Ты что, уже все? Я извиняюсь, у меня поезд через час 5 минут. Ого. Можно меня упаковать и отпустить? Оля, еще. Уже прям через час, да? Ну, час 10. Как раз только добраться. Саша, Полина еще не пришла? Поняла, да? Вот в таком ключе. Вот такой дракончик укладки, да? Угу. Вот она пляшет здесь. Смотри, успеваю подумать, в какую сторону толкнуть.
это мы стихинчиком делаем. Ого. А это уже под водой. Да. Точно. Просто неженка какая-то, да, сложилась? Ну да, какая-то. С этой пеночкой. Говорите, парни, говорит, это кит у меня получился. Что же это? Кит? Кет. А, кет. Да. На самом деле. Туфля. Чей туфля? Прикольно. Кто-то, видимо, оставил на пляже. Вот, кстати, солнечный. Конечно. Игорь волшебник, пальчиком затронулся, солнце затронулся, тень. Представляю, сколько трудов, да, чтобы стать таким волшебником. Можно, только можно представить. Я рассказывала в семинарах, я слушала. Не, ну на самом деле, если вцепиться в одну задачу, волшебником станешь быстро. Если в одну задачу. Угу. Не распылять сознание. Да? То есть, да. Если море, то море. Да. Просто мне приходится, ну, в хорошем смысле приходится, быть волшебником во многих задачах. Посмотри. Да, вообще. Пальчика прикоснулся. Пальцы волшебные. У меня что-то сейчас и не съесть. Мурашки покушаешь.
А я хотела спросить, вот вы в одном семинаре говорили, что вы расписывали храмы. Ага. А что вам вот это дало, эта работа? Ясность ума. Ясность ума. А там служишь или в этом храме уже? Ну да. То есть вы с батюшками общались, да? Да. Ну я вообще считаю себя православным. Я тоже считаю себя православным. В церковь вхожу, как называют таких, как я, захожанки. Регулярно вхожу. Донатики себя чувствуют, они как называют. Ваши внутренние ощущения, не то, как вас называют. Ну, я хочу как бы много чего понять в жизни. Просто, да, не делиться, не делиться, не делиться, как бы боялась. Ты люди какие, камушки. Ой, какие камушки. Ну-ка давай в таком ключе. То есть кое-где пена прямо отделила камни, да? Угу. Наехала там на задние камни и отделила. Прикольно? Угу. То есть она там за камнями засела. Ты понимаешь? Да. Плеш, 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 плеш. А мне не могу, Игорь, нормально? Не-не, нормально. Все, да, то есть ложусь вот с этим камнем. Там... Ну и нормальный камень. Да. Сейчас скажу для своей покупки. Чем больше будет заслоненностей, тем больше будет эффект пространства. Игорь, а тенечку не бросить под эти подборки?